Во Владивостоке прошел традиционный бизнес-форум. Мероприятие было посвящено Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. В этом году тема форума «Бизнес – это по любви». Сегодня собралось свыше 300 представителей бизнеса, а также первые лица власти, для того, чтобы прочествовать лучших предпринимателей города Владивостока. И вот уже 12 лет на протяжении вот этого времени мы традиционно собираемся с бизнесом, вместе с властью, чтобы обменяться дружескими рукопожатиями, чтобы сверить какие-то ориентиры, перспективы. В общем, происходит такой, знаете, дружественный диалог бизнеса и власти. Десяткам собственников бизнесов и ведущих предприятий Приморского края вручили награды за вклад в сферу предпринимательства. От имени Юрия Петровича Труднева, вице-премьера Российской Федерации, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, уважение, пожелания, благодарность. Помимо бизнесменов, мероприятие посетили представители власти и организаций по поддержке малого и среднего бизнеса. У нас есть очень много институтов поддержки, такие как Центр «Мой бизнес», Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности. Вот они предоставляют очень много различных мер поддержки, это как и консультационные услуги, так и финансовые меры поддержки. Приморский край – это лидер по развитию малого и среднего предпринимательства по всей территории Дальнего Востока. На нас приходится порядка 28% организаций, и где-то 29%, даже нет, уже больше, 31% всех занятых в малом и среднем предпринимательстве людей. Мы защищаем права предпринимателей. К нам могут обратиться любой предприниматель, который осуществляет деятельность на территории Приморского края, и если вдруг его права нарушены. Мы работаем по обращениям предпринимателей, но стратегическая задача нашего института – это, конечно, решение системных проблем. День российского предпринимательства был установлен указом президента в 2007 году. Профессиональный праздник призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и производстве товаров и услуг. Для Владивостока предпринимательство – это основная действующая сила, основная движущая сила, потому что благодаря усилиям, ресурсам, смелости предпринимателей развивается город, развивается городская экономика, а вслед за городской экономикой пополняется бюджет, а бюджет дает возможность делать город, причем общими усилиями с предпринимателями, более безопасным, более комфортным. И мне бы хотелось пожелать предпринимательских инициатив больше, уверенности в завтрашнем дне серьезной, ну и, конечно, смелости. Бизнес-форумы в честь Дня предпринимательства проводятся во Владивостоке ежегодно с 2013 года. Координатором форумов выступает Центр развития предпринимательства. Это событие – одна из немногих возможностей установления новых деловых связей, эффективного и прямого взаимодействия бизнеса с представителями органов власти в рамках неформального общения. Диана Иванова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.